Сейчас, извините, одну секунду. Вас не это. И вот, по-моему, еще желающий там появляется. Надо ему свистнуть, наверное, а то, может, уедет. Смотрите, смотрите, уезжает. Он не сломался, правильно? А вы вызывали? А вот сюда пусть перестает, пока вы будете оформлять вот сюда. Снять девушку на Иксе — это грамотный контент, фанера. Он просто здесь фанера, снимает контент, он думает, это круто. Не мешайте инспектору разговаривать, а то. 19.3 применит, ты до 15 суток уедете. Что сделать? 19.3 до 15 суток. Когда бухой, за что мне 15? Мешает, когда инспектор работает. 19.3. Я не мешаю, я сзади сейчас стою. Ну, вы просто не слышно, не слышно общение. Он неадекват, папа. Да вообще... не, пусть, наверное, пусть. А ты слышишь, ты занимаешься? Нормально все. Нет, там вот машину забахнуть, просто здесь справа. Хоть контент сделаем, коллаборацию. Ты можешь присесть на одной ноге? Поехали, по одной ноге. Венера. Она имеет право не проходить по трудному автомобилю. Она вам передаст документы, вы оформите материал и отдадите на пост. Что ты грамотный, Валера, ты законы все знаешь, ты красавчик. А ты не знаешь, откуда этот клоун появился? Да какая разница, пусть ты мне не реагируешь, пусть ходит, ну, просто, да, валит. Все, это бесполезно, персонаж. Ты не смотришь там о поле, где хотят? Уезжайте, уезжайте из второго ряда, мужчина. Сейчас уеду. Давай, давайте, уезжайте скорее. Меня не ну уезжайте, что вы встали посередине дороги? Езжаем, гражданин. Они людей снимают, они уезжают. Сейчас уезжаю, уезжаю, я говорю. Ну зачем встали? Я сейчас стану. Я остановился на 30 секунд. Я сейчас стану спереди, а он сзади. Инспектор позовем. Понятно, я есть. Что, не понимаете, что ли? Сколько мне права стоит? Так, одна машина ДПС уезжает. Мы отсюда вот. Нет, все, ЖК Центрального пришли. А кто такие? Да брось, родитель. Брось, держава. Да. Фанер. Всех разгоняйте. Он вам, по-моему, говорит. Фанеры вас назвал. Вообще ходит неадекватно. Всех снимает подряд в лицо. Вообще больной. Ты как думаешь, кто больше неадекватно похож на фанера? Ты видал, все? Всех так называют. Вообще больной какой-то. Фанера, у тебя чувство юмора зашкаливает. Вы случайно не ставите главу? Так вообще знакомо с вами. Слушай, да переставьте автомобиль, чего вы дергаете? Ну все, все, вот туда переставьте, и все, он за БМВ. Нормально все будет, там можно. Ну там, да, к бордюру припаркуйтесь, там можно припарковать. А что за канал на ютубе? Андреев, канал. Наш надзор, посмотрите, да. Я песню придумал, Фанера. Все, счастливо, ага. Так вот. Сейчас, сейчас, я подождите, я показание. Парень, а что вы снимаете? На нарушение, третий ряд, все было заставлено, второй ряд. Она уезжает, да? Все. Блин, вон в третьем ряду, смотри. Сейчас, подожди. Здравствуйте, а что вы посередине дороги-то встали? Инженера, здрасте. Надо отъезжать. Отъедьте, пожалуйста, по правилам, перепаркуйтесь. Что? Спереди пускай машина, отъедьте. Да вы обгоните ее, отъедьте. У вас есть прерывистая разметка? Или вы будете на что ссылаться? Сейчас привлеку. Давай привлечем, короче. Ну да. Давай. Давай.
Встань впереди. Пусть это таксисты, они педалаги, они деньги. А, уезжайте, да? Ну все. Что говорите? Клиент тоже должен был. Ну уезжайте по правилам. Потом подъедьте, когда позвонит клиент, подъедьте, посадите, типа. Мы информировали. Вы будете уезжать, нет? Так, здесь поставлен. Осторожно, Стас, отходи. Очень просто. А что он делает? Ну, паркировка, наверное, мне кажется. Надо? Да. Так, сейчас я таксист там. Сюда? Да, нормально. Стас! Что случилось? Ноль эмоций. На что? Ну, на замечание. Так, село что-то там непонятно. Ну ладно, сейчас инспектор может... Что там? А? Что там? Наш надзор. Наш надзор. Все хорошо, будем знать. Таксист, ну уезжайте, что вы стоите-то? Да, вот, идите сюда, вот, просто тут снимают, ребята, посмотрите. Вон туда отъедьте куда-нибудь, что вы стали-то здесь? Вот сюда развернитесь, отъедьте, вот туда поставьте хоть. А? Хотя бы на ту сторону. Да. Отъезжайте сюда. Чего вы? Ну вы уже стоите в третьем ряду. Я вам отвечаю, вот секундочку, вон девчонки идут сзади. Вот. А, девушка. Понятно. Ну, она сейчас припаркуется, наверное. Отлично. Вы указали на нарушителя, девушка вышла из своего автомобиля. Стала на проезжей части возле окна инспектора. Так. Она стояла на проезжей части у окна инспектора. Это... И подвергала себя опасности. Да. Вы видели это? Да. Почему вы не подошли и не сделали замечание инспектору? Я сказал об этом. Вот, видите? Все. А зачем вы мне об этом сообщаете? Что там? Что случилось? А? Ноль эмоций. На что? На замечание. А, вот понятно. Бывает такое. Бывает. Такое бывает, к сожалению. Короче, ребята, трэш полный сегодня здесь. Клоун тут еще пришел с красным айфончиком. Бегал тут. Здесь были вот под утро, тут рынок вообще открывается. Ну, по-всякому были мы. Да какая разница? Мы тогда будем, когда нам охота. Зачем вы все время спрашиваете? Вот вы были здесь в это время? Навели какой-то порядок? А? Вы навели какой-то порядок, да. Пришли? Все хорошо. Почему вы у нас спрашиваете? А были ли вы там? А были ли вы здесь? Делюсь опытом. Нет, зачем мне опыт? Я вот занимаюсь. Видите, я занимаюсь. Я же у вас не спрашиваю, где вы были, что вы сделали.
Зачем вы у меня спрашиваете? Руководствуйтесь тем, что я делаю. Не нравится, сделайте лучше. Все очень просто. Я не говорю, что не нравится. Ну а зачем вы мне всякие вопросы эти задаете? Я что, отчитываться должен? Так, что тут? А, это опять вы. И опять 30 секунд. Нет, вот он. Ну понятно. Понятно, я понял. О, девушки. Привет. Так, стой. Слушай, а мысль это правильно? Сейчас попробуем привлечь. Ну надо, конечно. Ужас. Просто. Что творится? Все молча. Что он стоит? А он догонять не может. Куда он, говорит, поехал? Клиента забыл. Да, вообще. Сейчас попросим привлечь. Да, конечно, сейчас инспекторы там написывают. Все молча. А он догонит его не там. Что тут беспредел какой-то полный. А инспектор что делает? Пишут, да? Материал пишут. Занято пока. А, она уехала, понятно. Ответственный убежал, да? Ответственный убежал. Все убежали. Два инспектора, что ли? Два инспектора, и все разъехались. Я думаю, сейчас они тоже отъедут. Какое-то задание поступило, они сделали. Вот девушки. Через дорогу. Через дорогу, да. Тут все так. Тут так можно. Видишь как. Главное накраситься. Главное накраситься получше, и можно через дорогу переходить, да. Вот так, проблем нет. Вот так. Сколько здесь разных персонажей. В общем, такая жаркая. Это что такое уезжает? Показал. Человека заберу. Ну, на ту сторону поставьте. А вы потом не убегайте, инспектор Кузнецов, хорошо? Чтобы вас ловить не пришлось по городу. Что вам нужно? Нужно вон девушку там привлечь. Сейчас мы позвоним ответственному, потому что нам... Да зачем ответственному звонить? И что? Место, и а заканчивать? Не надо? Короче, инспектор собирается валить просто. Короче, инспектор собирается валить. А куда? Я не знаю, куда. Товарищ инспектор. А вон еще нарушители сзади. И спереди тоже. Инспектор. Да. Вы выйдите, пожалуйста, прилетите до конца. Он ответственно будет звонить, спрашивать, нужно ли здесь оставаться. Да, здравствуйте. Всего хорошего. Он сзади, смотрите, какой нарушитель в третьем ряду. Гляньте, какой ужас, прям при вас. Ужас просто. А полный беспредел. Непонятно опять происходит. Ответственному звонит. Почти порядок надо, навели. Надо узнать, можно или нет, понимаешь? Кстати, он хочет... Я иногда маме так звоню, говорю, мама, можно мне там погулять пойти? Она говорит, можно, сынок. Консультируется, да? Да, обязательно. Как? Ну что, пойдем... А вдруг мама не разрешит? Пойти пока сделать замечание самостоятельно. С тобой на рейд. Если вам не разрешают... Товарищ инспектор, можете, пожалуйста, отреагировать? Я человека нарушить. Пробиваю по базе. А, все, понял. Вот. Понятно, хорошо. Сказали, да. Слушай, что здесь я пойду замечание сделаю? А вот уже все. А, уже все, да? Уже садятся, уже замечание вот делают. Это да. Трешак, да? Ну, полный. Уезжает, да. Смотри, какая чистота практически вот здесь вот. Thank you.
Водитель, здравствуйте. Уезжайте, пожалуйста, из второго ряда. А? Ну, проблема. Проблема в том, что второй ряд у вас. Вы стали вторым рядом. Нельзя так парковаться. Все, до свидания. Все, уезжает водитель из второго ряда. Так, здесь паркуется. Вот тут что такое. А, тоже уезжает. Все хорошо. Здравствуйте, вы уезжаете уже из второго ряда? Ну, я хотел бы сюда заехать, а где мне встать? Вот я хочу вот именно сюда. Вот куда мне встать? На той стороне встаньте, пожалуйста. А, где солярий? Там стоит? Меньше нарушений. Да, где там солярий хоть, стоит? Да, там хоть знак 327, но хотя бы так. Или посмотрите, там вот машины какие-то уезжают на парковку, можно. Вот Мерседес тут. Хорошо. Да, посмотрите. Так, уезжает молча еще водитель. А уезжайте, здравствуйте уже, да? Уезжает водитель и здесь. Вот, друзья, как с инспекторами мы практически навели порядок. Сейчас вот там еще один водитель уедет. И все, будет полный порядок. Представляете, вот наловили. Сейчас ночь. Пятница. Вот так мы заканчиваем краснодарские рейды в этом году. Столько инспекторов было. Ну, крутой, ответственный. В общем-то, организовал все это мероприятие. Вот так вот все здорово получилось. А девушки тут ходят через дорогу просто-напросто массово, в неположенном месте. Вот такой вот порядочек. Буквально за несколько часов получился. Ну что можно сказать, ждали инспекторов часа три. Часа три ждали инспекторов приблизительно. И за два часа примерно порядок получен. Не надо сигналить в городе. Здравствуйте. Уедьте, пожалуйста, из второго ряда. Вот так уезжает тоже водитель. А только ответственности привлечем. Так. Вот такой вот порядок навелся за несколько часов. Буквально. И все свободно, все хорошо получилось. Ну, продолжает водители, конечно же, парковаться с нарушением правил дорожного движения. Некоторые. Ну, пока будем делать замечания. Инспектор уезжает, все. Вот так вот. Ну вот.
А что это? Вот этот BMW пишете, да? Понял. Так. Так, выезжает. Здравствуйте. Не, вы же уезжаете, да? Пассажир садит. Хорошо. Просто второй ряд, второго ряда поставили. Кто тут? Человек мнение высказывает. А, мнение, да? И опять девушки через дорогу в неположенном месте. Ну, им можно. Шубы, гляньте, какие красивые. Хорошие девушки. Да, в шубах, да. Это с цветами. Все хорошо. А? Так, ладно, мнение послушаем. Что, все? Ну, почти, да. Нет, там они дописывают. Вы лучше бабки, блядь, бабок поснимали бы, блядь, в этом, в трамваях. Кто место уступает, а кто нет. А, лучше было, это важно, да. Это правильно. Клиника есть. Так, этот высадил. Этот непонятно, почему так остановился. Вот оно, вот оно. А, съезжайте, да. Уезжает. Затонированный. Махабская судьба, она такая. Здравствуйте, из второго ряда, уедьте, пожалуйста. Все, из второго ряда здесь тоже уезжает. Таксист. Таксист. Хочу показать порядок, не могу. Друг за другом автомобили паркуются. Полный порядок. Здравствуйте. Из второго ряда уедьте, пожалуйста. Не могу никак полный порядок показать, потому что один подъезжает автомобиль, то другой. Здесь паркуется, нормально все. Можно светить, пожалуйста? Почему? Ну, не видно мне. А, не, а, со света. Я не понял просто. Да, и вот такой порядок наконец-то наведен. Ловили, друзья, в пятницу ночью. И вот, наверное, последнего нарушителя, который сегодня привлекает к ответственности. Да. И на этом, наверное, на сегодня рейд окончен, такой замечательный. Звездой YouTube, лучше этого не делать. Они веселые. Давай, самое, смех, да. Самое главное. Можно вопрос? А вот это вот. Ну, ты мне вот скажи, пожалуйста. Смотри, двух милых блондинок остановили. Да, только вот скажи, что, вот. Чтобы они исправили нарушение, пожалуйста. Не забудь. А то они здесь и оставят. Вы не переживайте ни за что. Вы так красиво сияете. Это типичные придурки. Предтипичные придурки, сумасшедшие, которые насмотрели с московской культуры. Понимаете? Хотят снимать все вот это вот на камеру. А мы не хотим, мы уже снимаем. Вот он. Что значит хотим? Вот он. Хотите? Вот он. Вот он. Не снимать. А мы снимаем. Я понял тебя.
Удачи тебе. Давай, давай. Давай, и тебе удачи. Давай, давай. Давай, и тебе удачи. Андреев Станислав Владимирович. Валерьевич. Судебный корреспондент. Да. Вот в суд с утра пойду, в суд. Представляешь, людей защищать. Давай. Помогать людям. Давай, идем. Чтоб не засудили. По беспределу. Да, видишь, какое хорошее занятие. Ты машина для убийства. Я классный парень вообще. Да подожди. Тише, тише, девушки, вы что? Да аккуратно. Парься, нет. Да ну вдруг что-нибудь. Ты знаешь, что я тебе скажу? Да. Давай, отойдем сюда. Уже видишь, нету смысла там находиться. Уже машины уехали. Да сюда, отойдем просто. Вот скажи, а то обрызгают. Ты не знаешь, что объясни? Почему тебя жизнь так вывела вот на эту ситуацию? Почему вывела? Да, вот почему тебя она вывела? Ты можешь объяснить? Ну, смотри, сейчас какова объясню. Твоя цель? Объясню. Какова твоя миссия? Сейчас зачем объясню. Ты пришел в человечество? Скажи объясню. Мне. Да. Зачем ты пришел? Есть терпилы. Смотри, да. Машина может припаркуется. Mm-hmm. Есть терпилы, да. Которые терпят то, что им мешает проехать. Да. Это терпилы. Они терпят и едут да. мимо. Да. Я их считаю рабами. Mm-hmm. А есть люди, которые не хотят терпеть, и они, используя доступные ресурсы, устраняет проблемы. То есть ты из какой не терпила. Расы? Не терпила. Я себя считаю не терпилой, понимаешь? Есть терпила, которая терпит. Которая может остановить любой мент и по беспределу там взять у него документы. У меня мент не сможет по беспределу взять документы. Да. Как ты считаешь, кто из нас терпила? Тот, кто терпит неудобства и едет мимо молча. А с чего ты решил? Да. С чего ты решил, что ты вот вышел такой вот. Какой? Да обычный. Интересный. Я. Подожди, да обычный, подожди, обычный. Подожди, 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 Станислав. Ты все сказал? Я же тебя выслушал. Нет, я хочу сказать, что обычный, ты ошибаешься. Ты все скажи. Давай, я тебя выслушаю полностью. Я тебе просто поправил. А теперь, вот ты по правилам сказал. Да. А теперь слушай меня. Ты можешь мне слово достать? Или, пожалуйста, или ты не хочешь? Говори. Я ж вот тебя долго слушал. А что ты взял? Что это такое? Вот. Ты походу знаешь, ты походу какой-то вот неземной. Почему? Вымыты слезами. С чего такое? Девственника. А с чего ты так решил? С чего? При лунном свете. Почему? Вот подожди, подожди. Смотри, машина может припаркуется. Да, пускай паркуется. Ну вот, парковочное место свободное, да. А мы стоим за гаражем. Давай отойдем сюда. Ну человек припаркуется, вот. Ты лучше припаркуйся, друг. Да, вот смотри. Вот смотри, Станислав. Вот почему ты решил взять камеру так. в руки? И выйти дурковать. Я тебе объясню, хочешь послушать? Да, скажи. Ты знаешь, где находится площадь Пушкина? Конечно. Значит, шел я по площади Пушкина. Так. Дождь был. Но. Продавленные огромные лужи автомобилями, большими такими. Да. Прокуроры катаются, там судьи, еще всякие там разные. И, ну, вот проезжал автомобиль и меня обрызгал. Так. Я дошел до водителя, он остановился и спрашиваю, почему ты меня обрызгал? Ну, нормальный, адекватный любой человек либо извинится, либо объяснится, да? Да. Ну, он просто послал меня нахрен. Да. Я принципиально заблокировал его там и привлек к ответственности. Потом я посмотрел, что там много таких катается, из-за них страдают люди, и просто решил это исправить. Вот и все. Да. Просто решил это исправить. Ты, вот объясни, ты исправил, правильно? Да, исправил, да. А почему вот ты исправил? Ты свое мужское отстоял, правильно? Конечно. Правильно, Станислав. За себя, за себя. 100%. Потому что я пострадал. 100%. И за людей, стоп, а потом за подожди, людей. Стоп, 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 подожди. Ну, убей. Да зачем? Ну ты рассказывай, там без вот, камеры неинтересно. Ты же мнение выскажешь, так будет подожди, неполная картина. Подожди, подожди, подожди. Вот и вот, да. О, молодец! Ну и что? Вот туда, держи. Так. Вот ну, смотри, что, да, вот смотри. Вот ты отстоял за себя, как за мужское. Правильно? Так. Правильно. Молодец. Ну, ты мужчина, отстоял свое. Ну почему ты решил выйти с этой камерой? Вот сюда, например. Да. А сейчас тебе объясню. А есть люди, да. Вот старики, да. Есть люди, у которых... 2 часа ночи, да. Правильно? Да не важно. Вот, я сюда пришел не в 2 часа ночи. Нет, даже в 3 ночи. Ты же перебиваешь, старики. Не даешь мне сказать. Если ты действительно хочешь понять, или ты просто пришел пообщаться, не, я могу с тобой поговорить. Я люблю разговаривать с людьми. Вот может именно. Быть, ты поймешь. Да. Дело в том, что я пришел сюда около 9 вечера. Так. Когда люди все с работы уже ехали. И здесь была проблема с проездом. Так вот, я начал в 9, а так как я являюсь принципиальным человеком, в отличие от инспектора, я довожу до конца. Вот если я что-то начал, я буду делать до тех пор, пока я не добьюсь результата.
Я не знаю, плохо это или хорошо, но я считаю, что хорошо. Я так живу. Если я за что-то взялся, я могу где-то работать, я могу чем угодно заниматься, но я буду это делать хорошо. А мне знаешь, что вот кажется, все. Станислав? Что? Мне кажется. Что? Я тебе вот скажу такую вещь. Вот смотри. Мне кажется следующее. Что у тебя есть свой канал на Ютубе. Есть, конечно. Да, во! Во! Вот с этого и надо а начинать куда я это все выкладываю? Эту шелупонь. Вот, у тебя есть свой канал, так. Тебе нужны, ты живешь подписчиками. А каким ты, образом? Подожди. Да ты я вот не на тебя, блядь. Но ты видишь, куда направлен. Да, да. Ты живешь подписчиками, ты живешь, блядь, лайками ебаными, ты хочешь наживаться денег. У тебя. Ты, а ты как-то... не подскажешь, сколько платят за такое? Подожди, стоп. Ты как-то вот людьми обиженный человек. А как людьми. Кто меня обидел? Покажи. Да, людьми обиженный человек. Нет, покажи, человек. Кто меня обидел. Подожди, покажи. Не перебивай. Ну кем я обижен? Ты сейчас так, говоришь. Вон тем человеком, который тебя обрызгал. И он вон за свое ответил. Да, вот тебя он обидел. Что? Ты вышел обиженником. Почему? Вот людьми обиженный человек. Мужики, честно скажу. Честно скажу, вы сейчас попадете на камеру. Лучше вот так спокойно. Спокойно уехать. Вот смотри. Пернатый лезет номер смотреть. Ты понял? Что такое пернатый? Это не... Все нормально будет, не парься. Вот смотри. А, о. Вот он идет, смотри, блядь. А что смешного? Человек идет с камерой, пресса работает. Что смешного, я не пойму. Блядь. Вот замечание делал. Давай я тоже подойду, сделаю. А? На ВХМ, да? Просто. В смысле? А вы могли бы просто отъехать? Просто отъехать. Зачем нарушать? Смысл какой? Вам это необходимо? Что-что? А как мама отреагирует на то, что вы так делаете? Вот не дай бог она увидит. Вот моя мама поругала меня, сказала, сынок, ты что делаешь? Просто что творишь-то? Стоишь там? Без номеров. Посреди проезжей части. Прикольно, да? Вам по приколу, да? Всем привет, друзья! Подписывайтесь на канал Андреев Моя Фамилия. Будьте в курсе событий в городе. Друзей своих можете увидеть на моем канале всех. Следственный комитет, прокуратура, ребята, суд. Абсолютно. Вообще все, классно, да? Абсолютно. Стали как почти без номеров. Все отлично. Ребята. Ну нет у них номеров. Не дали им, не дали номера. Ну что ж теперь делать? Все. Без номеров будут ездить. Может кто подарит номера? Генерал Капустин, подарите людям номера. Я нет. Я просто не смог смотреть на себя в зеркало, это так там. А знаешь почему? Почему? Потому что гладиолус. А, понятно. Алексей. Потому что гладиолус. Ясно. Ну хорошо. Так, это что? Передача какая? Передача файлов. Опять вы. О, здравствуйте. Значит, постояли здесь. А постояли вот смотрите, тут. 5 метров будет до пешеходного перехода, а я ему уже бордюрчикой не встать. Он здесь стоял вот как раз. Бордюр. Да. Я здесь стоял. Ну, так а почему? А что опять перепарковались? Он стоял. Прикол в чем, объясните. Есть место. Нет, есть место без нарушений встать. Зачем нарушать? Вот здесь, вот. Вот прям тут. Я мерил уже. Поверь, тут есть. Где-то метка. Вот ты сейчас, если вот тут припаркуешься от начала бордюра сюда, будет 5 метров. Мы мерили с инспекторами. Ну что ты, не веришь, что ли? Сейчас позовем. Не могу я позвать могу инспектора. Могу еще раз позвать. Он ушел. Уехал, точнее. Как я его позову, если он скрылся в неизвестном направлении? Человек, ну так, припаркуйте, ровно. Так, а там что-то происходит вот на той стороне. Непонятно. А что там происходит? Что там происходит? Друзья. Замечание сделал, что всех убрали. А где инспектор? Да все убежали. Инспектора. Они что, стоп протоколов, похоже. Пойдем тогда на разделительную туда опять. А там они есть тут? А я не знаю, пойдем посмотрим. Пошли вот так. А что мы сделаем? Через замечание. Пошли. А, через замечание. Ну пошли. Да. Пошли. Сейчас будем по пути замечания делать и идти к инспекторам. Тут, смотри, глянь, относительный порядок. Тут понятно, они высаживают, увозят и все. Ну, порядка здесь вряд ли наступит. Ну, вот сегодня. Но я думаю, что это будет информационно громко. Информационный будет... Может быть, тогда кто-нибудь выводы сделает и примет меры. А мы сейчас пройдем туда и посмотрим, где инспекторы. Потому что сами, видишь, они уже не реагируют вообще.
Они поняли, что к ответственности не привлекут. Здравствуйте. Шестьдесят третий, ничего себе. А вы могли бы машину убрать вторым рядом? Сейчас коленки висят. А, будете убирать, да? Понятно. Вторым рядом, понятно. Клиент сейчас придет и так далее. Минуту все говорят, надо поближе, припаркуйся прямо вон там. Прям близко, а то прям встали посередине, как ехали. Хотя бы так уже, да? Хотя бы так. Хотя бы вторым рядом, параллельно краю. Ужас. Ну пойдем сейчас посмотрим, где эти инспекторы. Потому что без них тут толка не будет. Товарищ инспектор, а не переставят автомобиль? Точно? Да, они... Ну а вы можете подождать секунду, пока не уедут? А то они вдруг не уедут. Я понимаю, порядок уже наведен. Да, но как бы вдруг они будут стоять еще полчаса. А, уезжает, отлично, спасибо. И сейчас пойдет, наверное. Все, вам шлива. Да. До свидания, все, спасибо. Вот и уходит. Инспектора уезжает последний, все хорошо, друзья. И вот. Зачем ты? Сразу 4 автомобиля. Да. Зачем ты? А, паркует, все. Хорошо. Все, паркуйте, паркуйте, нормально. Нормально. Там сгоняет инспектора. Дорабатывают до конца. Здравствуйте. Уберите, пожалуйста, из второго ряда автомобиль. Все, здесь убирает. А, пассажиру, да? Все. Так. Что-то не понял здесь, по-моему, вот этот водитель. Немножко надо его еще раз сделать замечание, подсказать. Какова твоя миссия, терпильная Мирси? Нетерпильная. Это твоя точка зрения. Нет, вот ты вот спусти. Если почему? Ты мужчина, спусти. Зачем? А как мужчина определяется? Значит, по-твоему? Значит, ты не мужчина. Наличием чего? Значит, ты терпильная рожа. Ты только без... Вот с камерой ты можешь... Я сказать, фиксирую камеры, то, что происходит. Камеры, то, что ты мне показываешь. Камеры, если бы ты не подошел бы, не было бы нечего снимать, ты понимаешь? Снимаешь на камеру. Так, это все. Говорит о чем? О том, что ты только суслик. Только снимаешь на камеру. То есть все суслики снимают на камеру. Будь добр, это зафиксируй. Так, зафиксируй. На YouTube. Да. А расскажи про сусликов, которые на камеру снимают. Очень интересная тема. Как тебя зовут? Как тебя? Меня Стас зовут. Стас. Просто Стас, да. Посмотри, Стас, ситуация следующая. Значит, без камер ты говорить не можешь. Ты можешь говорить только на камеру. А знаешь почему? Почему? В чем твоя беда? В чем? В том, что ты суслик. Ужас. Суслик. Вот тебе дали задачу взять камеру, выйти на улицу. Кто дал? Я тебе скажу. Москва, стоп-хам. Все, рассекретили. Стоп-хам. Все, я складываю полномочия, ухожу домой. Ты обижник, который... Откуда ты узнал это? Откуда? Как ты смог это узнать? Подожди, ну не перебивай. Я тебе дам слово, блядь, высказать. Ты вышел, посмотрел YouTube. Ребята там, Лев Бродев или кто, вышли на камеру, блядь, снимают. Ты знаешь, такие, как ты, придурковатые, вот там вот недавно стояли, года полтора-два назад, тоже снимали, получили пиздюльца. Так. Красиво. И куда делись потом? И ушли. И ушли. А ты? А я не хочу уходить. Богом унижен, людьми обижен. Человек вышел на камеру. Стас, да? Стас. Станислав, да. Станислав. Я тебе так скажу, если ты уберешь эту камеру, да, если да. ты уберешь эту камеру, ты будешь, как по крайней мере, немножко похож на человека. Если ты...
сегодня берешь эту камеру, то есть ты лох по жизни, шнырь по масти. Ужас вот какой. Все. Вот и все. Ужас. Я тебе так сказал. Я тебе все. Понял тебя. Все. Все, я выслушал. Родной. Видишь, я терпеливо слушал. Ебаш, лужи, шлагбаумы. Так, лужи. Номеров, машины. И как люди отдыхают. А ты, о. Человек мнение высказывает, я терпеливо слушаю и фиксирую, чтобы люди услышали все мнения его. Задвиг. А что, хорошие девушки через дорогу переходят, чтоб не поснимать. Видишь, как классно. Бля, пацаны. Ну, есть что еще сказать? Или все это уже? Хорошие девушки, хорошие парни. А? Так, ладно, мнение послушали, что, все? Убежали менты или что? Нет, слушай, а тебе зубы где выбили? Ты мне скажи. Нигде. Стас, растворились. Зубы где выбили? Растворились. Растворились? Да. Блин, ну здесь поликлиника есть. Так я туда собирался. А, ты видишь, зубы собираешь здесь? Да, да, да. Поэтому я собираюсь вот туда, но никак не могу дойти. Судьба. Вот она лоховская. Ну что ж мне делать? Грабить людей же не могу я. Я же лоховская по закону живу. 100%. А где же заработать? Не платят денег, она понимаешь? Такая. Не платят. 20 тысяч в месяц. Как прожить на 20 тысяч в месяц? Судьба, она такая. А чем тебе мешают эти стоящие машины здесь? Мне ничем. Чем они здесь? Меньше слов, а нету машин, ты что, не видишь? Все пусто. Вот практически. Он взял камеру, его знаешь что? Сейчас пойду. Родись. Действительно, ты его прав, уже пора поспать пойти. А то я не знал до этого. Выйди, блядь, и снимать. Вот клей, обертки, блядь, на стенке. А что ты их эту хуйню не возьмешь? Как? Не выдали. Да. Еще не заработал. Бумажку. Наклейки не дали. Наклейки вот они. Так, подожди, мне надо. Вот видишь, что происходит, надо отвлечься. Я потом подойду к тебе. Я к тебе пойду. Не, я не такой. Да не такой я, все. Потом подойду, за наклейки расскажешь. Все, видишь, что происходит? Подожди, секундочку. Да я уже услышал, секундочку. Ну ты же ничего нового не говоришь. Я подойду к тебе. Подойду еще. Да. Все, давай. Расскажешь для Ютуба историю какую-нибудь. Звездой будешь. Так, не мешаем? Не знаю, я ж не инспектор. Правилам вас обучать не обязан. Привлеку, да и все. Спрашивает у меня еще. Вон, знак 327. И девушки, как обычно. Они вообще не знают слова «пешеходный переход». А тут что-то происходит непонятно. А! Пресса! О! Здравствуйте. А здесь же тоже второй ряд. А что же здесь? Смотрите, вот первый ряд. Вот второй ряд. Вот, смотрите. Это парковка. Правильно? Нет, это первый ряд парковки, да, это второй ряд. Все правильно. Сбербанк! Первый ряд, это парковка. Да, вы лучше на ту сторону, уберите, пожалуйста, автомобиль. А тут потом да. Все стоит. Ну, я понимаю, ну а здесь тоже нарушение, второй ряд. Буквально 30 секунд, я чек. 30 секунд, да? Ну хорошо. Говорите, написали 30 секунд. Ну хорошо. Ну 30 секунд подожду. Хорошо. Без проблем. То есть 30 секунд, да? Ну написали 30 секунд. Понятно. Но это 30 секунд, это могут растянуться, вы сами знаете, насколько. Не-не, это такси. Растянется. А, понятно. Вон, мы туда проехали, вон встали за той на моргающий, было бы хорошо. Смотрите, там бордюр. Я бордюр? Да, ну вон, бордюр прижмитесь и все. А, нет, ну там 5 метров будет как раз. Смотрите, не зацепит. Да, вроде нормально. А я сейчас на его без. Вон, прижмитесь, бордюр, там я может там. Место, а, на его, да, все, хорошо, нормально. Там столб сзади, смотрите. Вот сразу образовывается столько инспекторов. Уехали второй, третий ряд и четвертый ряд. Это такси сейчас, по-моему, загрузит. Здравствуйте, а вы пассажиров забираете, да? Да, что? Ну встаньте вот там хотя бы, ближе, поближе заберете и уедете. Вы уже в четвертом ряду встали. Мешаю вам? Ну, вообще да, вообще движутся транспортные средства, которым вы мешаете. Не могли бы, пожалуйста, перепарковаться? Спасибо. Ух ты, что это такое?
Классно, да, здорово. Ничего себе. Задавить хочет. Здесь уезжает таксист. Здесь сразу движение какое-то началось. Прям серьезное такое. Этот тоже уезжает водитель. Все. Здравствуйте, во втором ряду вы встали. Уезжайте, да? Хорошо. Так. Здрасте. Во втором ряду вот стал водитель ваш. А, хорошо. Хорошо, что видели, да? Все, хорошо. Ох, резвый какой. Да. Ужас. Я вас видел на канале. На каком? Наш надзор, правильно? А, да, да, правильно. Все. Смотрите. Благое дело делаете. Спасибо. Ну, ненадолго остановился, высадит нормально, в принципе. Может... Ну, извините, что да, такой рукой. Потому что занято. Ничего страшного. Все хорошо. Занято. А какая у нас машина? Так, здесь таксист. Таксист. Уезжайте из второго ряда, таксист. А, все, мы уезжаем, пресса, не снимайте нас, пожалуйста. Ну, нарушает, мы вас не снимаем, но вот нарушители. А что это? А что это? Второй ряд нарушил. Катюхи, скажу, с первым каталась на первом месте. Так, здесь что-то непонятное происходит. На самом деле, под пешком. Сколько прям масса автомобилей, только инспектор уехали. А вас ждет, да? Да. Понятно. Вот так уезжает, пассажиров начинают забирать, развозить. Что там? Здрасте. Уберите, пожалуйста, автомобиль из второго ряда. А? Что? Нет. Почему нет? Просто нет. А? Просто нет. Ну вы хам, да? Просто нет. В смысле нет? А могли бы просто отъехать. Просто отъедьте. Зачем и все? Нарушать? Смысл какой? Вам это необходимо? Что-что? А как мама отреагирует на то, что вы так делаете? Вот не дай бог она увидит. Вот моя мама поругала меня. А что вы сейчас вот добиваетесь? Сказал, сынок, ты вот просто ты нет. Ты творишь, ты стоишь там. Без номеров. Посмотрите проезжей части. Прикольно, да? Вам по приколу, да? Всем привет, друзья. Подписывайтесь на канал Андреев, моя фамилия. Будьте в курсе событий в городе. Друзей своих можете увидеть на моем канале все. Следственный комитет, прокуратура. Нормальные ребята, да, такие? Абсолютно. Вот это, вообще классный, да? Абсолютно. Стали как хочется, без номеров. Вообще отличные ребята. Тебя что-то ну, нет у них номеров. Не дай. Вообще ничего не устроил. Без номеров нельзя двигаться. Вторым рядом нельзя останавливаться. Все не устраивает вообще. Но номеров нет. Я нет. Я просто не смог бы смотреть на себя в зеркало, если бы так встал бы. А знаешь почему? Почему? Потому что гладиолус. А вы кактус? Алексей, потому что гладиолус. Ясно. Ну, хорошо. Так, это что? Передача какая? Передача фаер. Опять вы? Да. О, значит, постояли здесь, а постояли вот смотрите, тут. 5 метров будет до пешеходного перехода. А я ему уже рекомендовал. Он здесь стоял вот как раз. Бордюр. Да. Ну, так а почему? А что опять перепарковались? Он и стоял вплотную к бордюру, что самое интересное. Есть место. Нет, есть место без нарушений встать. Зачем нарушать? Вот здесь. Да вот здесь вот, вы стояли вот, же здесь. Прям тут. Я мерил уже. Поверь, тут есть. Вот ты сейчас, если вот тут припаркуешься от начала бордюра сюда, будет 5 метров. Мы мерили с инспектором. Ну что ты, не веришь, что ли? Сейчас позовем. Могу я позвать. Могу еще раз позвать. Он ушел. Ну встаньте нормально, ну в самом деле. Ну что вы, взрослый человек вроде. Вот так припаркуйте ровно. О!
А то, а что там происходит? Да ничего там не происходит. Друзья встретить. Пошли замечания сделаем, чтобы всех убрать вообще. А где инспектор? Да все убежали, инспектора. Они что, столько протоколов оформили, пойдем, что? Тогда на разделение. А там они есть, думаешь? А я не знаю, пойдем посмотрим. Пошли вот так. Через, через замечание. Пошли. А, через замечание. Пошли. Да. Пошли. Сейчас будем по пути замечания. Да. Ну ты посмотри, глянь, относительный порядок. Тут понятно, они высаживают, увозят и все. А так не стоят. Ну, вот сегодня, я во всех случаях. Что это будет информационно. Информационный будет... Может быть, тогда кто-нибудь выводы сделает и примет меры. Чего только не включает тут. Вот, давай. Сделаем замечание, да. Здравствуйте. Во втором ряду встали. Не могли бы отъехать, пожалуйста? А куда мне человек занимает? Да вот непонятно, да, куда. Может, на той стороне встанете, хотя бы 3.27. Меньше нарушения. А, меньше? Вы хотя бы за меньшее нарушение? Ну, вообще нельзя нарушать. Ну, хотя бы там понимаем, что ситуация безвыходная. Блин, может, минутку сейчас человек уже... Ну, минутку все говорят. Тогда поближе припаркуйся, прям вон там, вон. Прям близко. А то прям встали посередине, как ехали. Хотя бы так. Да, хотя бы так. Ну, по... Вторым рядом, параллельно. Ну, ну, хотя бы подождать человека. Вот этого сейчас тоже надо. Что он делает? Тоже ждет? Пойдем. 763. Здравствуйте, а вы тоже кого-то ждете, да? Да-да-да. Посади. Ну, не в середине дороги, припаркуйте хотя бы вон там перед ним, чтобы подождите, уедете, понимаем, что там, да. Так, от... тоже, да? Ну да, вот, нормально, перепарковывать чуть-чуть. Тут прям посередине дороги встал, вот еще один артист. Так, ну, а, вот водитель такси здесь. Здравствуйте. Здравствуйте. Во втором ряду стоите. Перепаркуйте, пожалуйста, без нарушений правил дорожного движения автомобиль. И пристегнуться не забудьте, обязательно. Ну, это его безопасность. А, мы можем рекомендовать только. Все, отъезжает. Но мы не знаем, куда он припаркует, конечно. Да. Спасибо. Все адекватные водители, большинство, 90%. Ну понятно, что они сейчас туда все подъедут друг за другом. Но... Толпа вышла, не поймут, что творится сегодня, ловили. Да, вон она, толпа стоит. Интересно, жители ЖК Центрального, да, это все, это все, которые сажают людей. Ну, да. Да, картина крутая. Здесь что? А, здесь. Тот BMW переставил. Это без нарушений, все, хорошо. А эти на тротуаре не заметили, глянь. О, две. Ну, там никого нет уже, все, я думаю, что надо заканчивать. Если... Подожди, а он и заведен, по-моему, двигатель. Вот с той стороны пассажир сидит. Припарковали знатно на тротуаре и сидит. Здравствуйте. Здравствуйте. А как же так умудрились припарковаться здесь? Чудом, да? Видите, пассажир. А, это такси, что ли, вас везет? Или нет? Или друг ваш? Не знаю. Понятно. Но он сейчас уезжает, да? Вы сейчас уезжаете, да? Понятно. Да. А там есть кто-то? Что там? Давай посмотрим. Инспектор. А, нет. Да нет, там никого уже нет. Вообще. Так, что тут? Просто плевать. Вот, смотри, что происходит. Снова доставлять. Вроде параллельно, во вторых плечах. Вот так. Понятно. Ну да. И когда уже информация дойдет до чиновников, высокопоставленных, которые это должны регулировать, наверное, никогда. Уже ярмарка вот собирается. Видите, люди раскладывают. Да, вот такой вот рейд был интересный.